Решаем обстановку. Планировку. Планировку, да. Обстановку. Классно посмотреть, как у вас вообще все вы оформляете. Давайте посмотрим. У нас также будет оформлено, да, в конце? Ну, вообще-то, сильно модульно. Проект 500 квадратов, ощутите его в объеме. Честно говоря, думала, что будет больше. Ну, мы с девчонками обсуждали, думали, что будет больше. Да, больше. Да. А по факту 500 квадратов, это прям... Это немного. Это немного, как оказалось. Для жизни самое оно, и если у тебя 6 детей, конечно, тоже нормально. Ну, так, конечно, здорово, да. Живьем действительно по-другому смотрится абсолютно. Вот картинки это картинки, когда ты попадаешь, ощущения вообще колоссальные. Потому что ты ходишь, ты находишься в этом объекте, смотришь, детали рассматриваешь. Даже вот этот кессонный потолок вообще шикарный. Да, кессонный потолок сейчас под полиэтиленом, но видно, даже что отсюда видно. Круто смотрится на этот вау-эффект. Овальный портал в небо в сочетании с этими колоннами. Мощный эффект.